Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня – мужчина, который войдет в вашу жизнь и в вашу судьбу. Итак, мои дорогие, у нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует с вами, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Всем желаю обрести свою любовь. Всем желаю обрести своего мужчину искреннего, любимого, любящего, обрести настоящие чувства и стать просто счастливой женщиной. Итак, мои дорогие, давайте начнем. И сначала на рунных картах мы посмотрим вашу энергию, да, в каких энергиях вы сейчас пребываете. На рунных картах что нам покажут рунные карты? Две карты выходит. Вы знаете, да, эта женщина, здесь очень хороша собой, здесь очень такой интересный характер, здесь очень такая интересная женщина, целеустремленная, храбрая, она действительно сейчас, возможно, сконцентрирована на каких-то своих желаниях, на желаниях прорыва, на желаниях такого движения вообще в будущее. Я вам скажу, что здесь женщина очень в себе уверена, она действительно одарена, одарена природой. У нее абсолютно точно есть какие-то уникальные таланты. Она, возможно, что-то еще, да, в себе не раскрыла. Здесь действительно женщина, знаете, как золотое яблочко. Очень, вы знаете, внутреннее состояние человека очень благоприятное для начала новых отношений. То есть эта девушка, эта женщина смело очень идет вперед. Даже, я бы сказала, готова и противостоять тому, что есть, идет, да, в ее жизнь, и принять некие плоды, отбить какую-то угрозу, да, или то, что ей не нужно, ей не нравится, пройти какие-то препятствия, которые, возможно, есть у нее, да, на пути или могут появиться, и принять все плоды, все золотые яблоки, все возможности, все шансы, да. То есть, с одной стороны, она впускает все лучшее в своей жизни, да, с другой стороны, она готова, знаете, то, что ее не устраивает, сразу высказывать и как-то бороться за все самое лучшее в своей жизни. Я вижу, что эта девушка, да, она свой урожай действительно соберет. Очень человек обучаемый, очень умная девушка, при этом обладающая прекрасной внешностью, прекрасным внутренним состоянием, очень благоприятным для новых отношений, очень, знаете, возможно, где-то и способствующие прихода новому и лучшему в ее жизни. Да, возможно, вот этот такой бойцовский дух, он закален каким-то прошлыми, вот этими тучами, которые были у этой женщины над головой. Но тучи расходятся, в жизни ее приходит прекрасное время наслаждаться как и своей женственностью, своей красотой, так и теми плодами, теми, знаете, золотыми яблоками, которые будет давать ей жизнь. Я бы сказала, что этой женщины сейчас период, знаете, такого, возможно, какого-то прорыва в своей жизни. И действительно, в жизни ее идут какие-то прекрасные возможности. Прекрасные возможности на реализацию. На реализацию как женщина красивая, как женщина любимая, как женщина привлекательная. Да, я бы сказала, что вы привлекаете, очень привлекаете. Давайте посмотрим. Итак, ваше состояние сейчас, на сегодняшний день. Есть какая-то ностальгия. Есть какой-то момент, возможно, какой-то перемены в вашей жизни, которая вот сейчас, например, происходит. Да? Вы смело идете вперед, и вам не жаль того, что остается у вас позади. Возможно, есть какие-то воспоминания, но вот это стремление и тяга идти вперед, она действительно очень велика. Ну, девочки, я, конечно, скажу, что женщина очень, ну, прекрасна. То есть, эта женщина и сама знает, что она хороша собой, но и я вам скажу, что карты это подтверждают. Очень мощная женская энергия. Возможно, здесь даже есть такие, знаете, способности. Они
фундаментом для этих способностей есть вот эта женская магия от природы. Вот эта женская энергетика от природы. Женщина очень манящая, женщина привлекательная, женщина очень, знаете, как-то, возможно, на сегодняшний день предрасположена уже к чему-то лучшему, да. Что бы то ни было, эта женщина не намерена свою жизнь пускать, потому что как-то она смогла выкарабкаться, смогла вырваться, да, возможно, из того, что ее не устраивало, что ее где-то огорчало. И на сегодняшний день вот ее вот это целостное и прекрасное состояние, она как-то вот все-таки его как-то бережет, да, бережет для чего-то большего, возможно, в своей жизни. Здесь девушка готова, да, к серьезным отношениям, действительно выглядит прекрасно. Создается, знаете, такая видимость, что у этой женщины вообще все в шоколаде, знаете, и люди вот окружающие не думают, ну вот все у нее есть, и вообще выглядит она хорошо, потому что жизнь у нее легкая. Многие люди не знают, что этой женщине пришлось пройти и какие испытания падали, да, по ее дороге жизни. Но, тем не менее, эта женщина, возможно, не очень так и открывается. То есть, это мой сад, это моя жизнь, да, и, возможно, вы очень так, скажем так, не очень подпускаете к себе людей. Хоть и общение у вас может быть очень обширным. Человек очень приятный, человек обаятельный, человек притягивающий. Очень может быть у женщины свой какой-то особенный стиль. Есть, возможно, какой-то вот... украшение, амулет, что-то такое у этой женщины может быть. Действительно, то, что имеет такую защитную, да, реакцию. И действительно, женщина цветущая. Хотелось бы, знаете, возможно, где-то ускорить какие-то события, где-то приблизить момент счастья, да, и в свой сад действительно впустить нужного человека. Где-то есть опасения, да, где-то есть вот такой момент, как бы, Вот этот бойцовский дух, да, защиты. Я готова принимать новое, да, но я еще посмотрю, что будет идти. То есть все подряд мы не собираем, все подряд мы не впускаем в свою жизнь. И чтобы приблизиться к этой женщине, даже, да, вот как друг, друзья, да, здесь тяжеловато. То есть у этой женщины конкретный отбор. У нее есть какое-то вот свое определенное, знаете, мышление. И она прекрасный друг. Но, возможно, в друзья, да, уже чтобы называться другом этой женщины, нужно заслужить, наверное. Я вам скажу, что к вам люди тянутся. У вас есть вот этот такой момент, знаете, как бы мощной энергетики, которая защищает, которая расслабляет, которая где-то, да, дает вот этот момент душевного отдыха. К вам могут обращаться за советом. К вам могут обращаться за советом, что касается вашей красоты и вашей внешности. Здесь девушка очень, знаете, имеет такой изысканный вкус, да, и как-то, ну, я бы сказала, несет себя гордо эта женщина, потому что в ней очень много женских энергий, очень много. Что и здесь у нас вышло, да, две карты, которые указывают именно на женскую силу, так и здесь у нас абсолютно женщина-женщина, да, и действительно такой женщине нужен мужчина. Нужен человек с такими мощнейшими мужскими энергиями, потому что женских энергий у нее предостаточно. И реализовываться она желает как женщина, а не как мужчина, да? То есть она, у нее есть вот эта гибкость, в ней есть вот эта энергия, знаете, возможно, где-то заботиться, любить. Но и в то же время, знаете, как бы желание быть под защитой. Ну, давайте посмотрим еще, да, потому что есть какие-то страхи, есть какие-то моменты, и, возможно, вот именно такой, знаете, сильной руки не хватает рядом, сильного плеча. Я вижу, что эта женщина, она очень в себе уверена. Здесь может быть человек, да, женщина, которая может и держать какое-то свое дело. Или, например, сейчас вы об этом не думаете, потому что находитесь еще в неком этапе развития своего, но у вас есть эта энергия, и, возможно, в будущем, да, как-то сложатся обстоятельства так, что у вас действительно будет вот что-то свое, да, что-то созданное вами. И это может быть даже и какой-то бизнес, потому что я вижу, что вот финансовое благополучие, оно вам прямо идет, что и здесь, да, то есть некие возможности от жизни, как золотые яблочки, что и здесь, то есть финансовое благополучие, некий комфорт, некая уверенность в себе, это все будет у вас.
И очень может быть, что вы как реализовываетесь, как и женщина, да, но вы как бы и управляете некой ситуацией. Это может быть какое-то дело, но это не что-то, знаете, такое, где вы забегались и уже не помните, кто вы, да. Это что-то такое, что будет действительно вам приносить удовольствие и будет приносить вам доход. Если это работа, это очень, знаете, какая-то работа для вас приятная. Там, где вы действительно себя чувствуете, как рыба в воде. Ну, конечно, хотелось бы какой-то опоры, потому что вот как-то в жизни не всегда так просто и не всегда так легко. Вы знаете, как-то вот мне карты показывают, что как под другим углом, да, ты как бы сейчас не видишь этих возможностей, возможно, да, вот как то, о чем я говорю, вы, возможно, сейчас не видите. Возможно, ваша ситуация сейчас не так, знаете, проста. И в своем пути вы пока что не видите тех перспектив, которые перед вами откроются. Потому что, да, как бы судьба тебе покажет, что твоя жизнь кардинально изменится. Она буквально, знаете, как вверх тормашками. Очень много перемен будет в вашей жизни. Возможно, даже очень таких долгожданных. Но я вам скажу, что вот эти хорошие перемены, они приходят в вашу жизнь на очень длительное время. И идут они вам как бы по судьбе, как бы ситуация некого равновесия. Потому что, возможно, вы в своей жизни прошли какие-то моменты, скажем так, сложные. И потому, да, дабы восстановить вот этот баланс, в вашу жизнь придет что-то хорошее и на очень-очень длительное время. Как бы некая оплата внесена, и пришло время быть счастливой, пришло время любить, пришло время на длительные судьбоносные отношения. Возможно, у вас есть некий такой страх вступать в новые отношения, потому что вот этот сегодняшний баланс ваш, да, и возможно, вы в нем очень даже себя комфортно чувствуете. Оттуда вот и эта защита, как бы мне вот сейчас в этом равновесии своем, мне спокойно, возможно, да, и вы, возможно, имеете и страх, да, что кто-то ворвется в вашу жизнь и принесет не вот эти золотые яблоки, а принесет вот эти тучи, да, которые вы совсем не желаете впускать в свою жизнь. Но я вижу, что в вашу жизнь, вот смотрите, по судьбе на очень длительное время придет любовь. Придет любовь. Это на очень как бы совсем под иным углом вы будете смотреть на жизнь, и кардинальные перемены, и эти перемены, это наполнение в вашу жизнь, принесет новые отношения, принесет новые чувства. Давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим дальше. Мужчина, да, что же это за любовь, которую ведет к вам судьба? Кто это придет на длительное время с большими чувствами, чтобы наполнять вашу жизнь, чтобы вы были счастливы, счастливы изнутри, счастливы в своем сердце, в своем сознании, в своей душе. Давайте посмотрим, да? Давайте возьмем руны сначала, да, и посмотрим, в каких энергиях сейчас мужчина. Тот мужчина, который действительно по тузу кубков, по старшему аркану суд, да, должен прийти в вашу жизнь. В каких энергиях сейчас находится человек? Человек находится в энергии новой судьбы. Какие-то новые планы, новые возможности. И вообще, да, новая судьба перед человеком открывается. Какой-то момент действительных перемен в его жизни. Угу. Вы знаете, этот человек готов к очень серьезным отношениям. Он готов к переменам в своей жизни, к очень значимым переменам в своей жизни. Что-то, да, вот как прошлое, он выходит из какой-то ситуации, возможно, на сегодняшний день. Идет момент как бы некого освобождения и обретение вот истины, да, понятия истины, чего-то прекрасного и нежного. Давайте посмотрим. Итак, покажи нам этого мужчину, перед которым открывается новая судьба и новые возможности.
Возможно, человек пребывал в какой-то жизненной ситуации, да, вот как-то перед ним открываются новые возможности, перемены, очень существенные возможности, да, как-то выйти на первый план, реализовать в своей жизни то, чего он желает, чего он очень хочет, то, над чем он очень долго работал, выйти, знаете, вперед, стать лидером. Ну, покажи нам этого человека, покажи нам его. Что это за человек? Очень сильная личность. Вы знаете, он действительно выходит в какой-то конкурентной борьбе. Возможно, на сегодняшний день в его жизни может быть какая-то мечевая ситуация. Да, он может быть связан с какими-то документами. Выходит он старшим арканом, так же, как и вы. Выходит он также вот по старшему аркану равновесия, то есть некая гармония. Это человек очень способный. Очень он... знаете, как одаренный, и нет в нем вот таких всплесков, хоть и здесь нам показывает, что человек как бы в некой конкурентной борьбе сейчас находится, но это дает ему какие-то новые возможности. Очень может быть, что этому человеку пришло какое-то предложение, которое провоцирует в его жизни очень много перемен. Очень может быть, потому что вот смотрите, вот как бы эта карта как новость, да, возможно, какое-то письмо, какая-то весть, которая очень сильно порадовала его, и действительно в его жизнь несет солнце. И некое освобождение, да, вообще просвет, возможность вырваться из старых оков, из старых каких-то ситуаций. И действительно человек в некой конкурентной борьбе выходит на первый план, что дает ему возможность, знаете, очень так... классно в жизни реализоваться. Я бы сказала, что этого человека сейчас подъем, что этого человека сейчас очень такая классная волна. И мне прямо идет, что этому человеку пришло какое-то очень классное предложение, да, возможно, что-то то, что касается вот именно работы, реализации его. Правильно подобранная мера, да, то есть этот человек подходит. И эта весть, да, она действительно несет большие и очень хорошие перемены в его жизни. Угу. Вы знаете, для кого-то может пройти даже, что вы можете знать этого человека. Но это вот, скажем так, это единицы люди. Для единиц может пройти, что вы этого мужчину знаете, но для большинства пройдет, что это абсолютно новый человек в вашей жизни. Действительно, он придет с таким, знаете, любовным настроем в вашу сторону, с любовью, да, с интересом. Выходит он, знаете, все такими картами, которые говорят о свободной, что мужчина свободен. Очень он такой перспективный. Более того, я вам скажу, что мужчина хорош собой. Он может быть огненных знаков зодиака. Этот мужчина хорошо выглядит. Этот человек, да, как-то реализован, и он на таком, знаете, подъеме. Покажи мне, да. Покажи мне его сейчас. Он в движении находится, действительно выходит он вот такими огненными картами, и находится человек как бы в движении. Он один, у него пары нет, потому что он вот выходит все-таки свободной. Да, это человек в движении, очень может быть, что он или пересекает границы, или, возможно, сейчас находится где-то, да, вот на другом берегу. Очень может быть, что этот человек может находиться от вас на большом расстоянии сейчас. Может, давайте посмотрим, твоя работа, с чем она связана, где, в чем твоя реализация. Это могут быть какие-то документы, да, по дворцу монет, да. Это документы, какие-то финансовые дела. Это может быть перевозки, это могут быть, да, какие-то оптовые продажи, какие-то перевозки, какие-то вот дела. Этому человеку очень, знаете, как-то вот обернулось к нему солнце буквально. У него очень хороший период в жизни, период таких качественных перемен. И у него все будет очень хорошо. Я вам скажу, что человек в материальном плане может быть уже очень даже обеспечен. Может, знаете, вот как бы быть на пороге определенного прорыва,
когда вот такая прям фундаментальная стабильность приходит в его жизнь. То есть некая работа, да, новая должность, возможно, или вот это новое предложение, оно ему как бы, это его место, там, где он будет и очень долго работать, и очень хорошо, стабильно зарабатывать. Я вижу, что это, знаете, это не копеечки, это очень такие солидные деньги по дворцу монет. Этот мужчина может работать где-то вот что-то связано с торговлей. Но это не значит, что этот мужчина вот как бы сам, да, торгует, да. Он может заниматься вот этими контрактами, какими-то перевозками, оптовой торговлей. Это может быть какие-то документы, договора заключать может этот мужчина. У него, ему очень хорошо получается. То есть из каких-то критичных ситуаций он видит определенно выход. Он такой вьюнкий, знаете, он такой шустрый мужчина. В какой-то критичной ситуации он не падает в панику, он ищет какого-то выхода. Очень мобильный, умеет, знаете, найти подход к людям, что касается дел. И он прямо вот идет как по документам, договориться с незнакомыми людьми, как-то произвести впечатление. И действительно он производит впечатление человека, которому можно верить, да, с которым можно входить в какие-то дела. Вообще показывает мне очень такого, знаете, шустрого человека, который вот прям вертится, я бы так сказала. Потому что, ну, ситуация может быть разной, да. Может быть, даже этот мужчина через какие-то горы ищет, да, вот эту тропинку к этому дворцу монет. То есть этот мужчина может как-то, скажем так, крутиться, да, не напрямую идти, а идти через горы, но тем не менее к своей цели прийти. Может, вот какая-то торговля, это вот о нем, это для него. Это, знаете, как красивое и желанное, то, чего желают все, да, предложить людям то, чего они хотят, достать, привести, найти, договориться. Вот это вот такой, знаете, мужчина очень с жилкой такой, деловой, с деловой жилкой. И действительно, знаете, он настроен на очень серьезные отношения, он... как-то, знаете, может что-то предложить женщине фундаментальное. То есть это не так, что человек будет предлагать какие-то получения, непонятно что, непонятно как. Нет, этот человек действительно может предложить вот этот дворец кубков, то есть очень стабильные отношения может женщине предложить. Сам он свободен, да. Я вижу, что какая-то финансовая ситуация у него стремительно идет в гору, да, и это будет стабильно, и это будет на очень... Ну, это его работа, в которую он как бы будет доход как стабильный, понимаете? И, возможно, сейчас вот эта какая-то вот мечевая ситуация, она действительно у него вот окончательно заканчивается, да, какой-то прорыв, возможность изменить свою жизнь, и эта жизнь у него будет очень быстро меняться вот в ближайшее время. Я вижу, что вот он женщине может предложить все, что вот женщина может желать. Во-первых, этот человек, да, может предложить очень стабильные отношения, некое прояснение, да, то есть лучи солнца нам говорит о том, что все прозрачно, все понятно, все очень даже открыто. Более того, я вам скажу, что этот человек действительно умеет удивить, умеет порадовать свою женщину. Если он куда-то в какие-то поездки ездит, да, он о своей, да, любимой не забудет. И какие-то, знаете, как подарочки привезет, то, чего вы не можете найти, да, вот то, чего нет. То есть это не то, что, да, там как-то мужчина чем-то очень дорогостоящим забрасывает, да, а это именно тот момент, то, чего ты здесь не найдешь, да, это какие-то диковинки, это какие-то очень красивые вещи, редкие вещи, приятные, да, очень такие, вот, что радует взгляд, да, что украшает, возможно, женщин. То есть это что-то особенное. И это будет говорить о том, что мужчина, вот где бы он ни был, да, в какой бы поездке он ни был, что бы он там ни искал и что бы он там ни делал, он о своей любимой будет думать, да. Вот он думает о любимой своей женщине, и вот какую-то интересную вещь, какую-то редкую вещь вот он увидел, и ему хочется вот женщину свою порадовать. Не просто там, знаете, бежал, ой, вспомнил, да, нужно какой-то брелок купить. Нет, а это все-таки человек как бы прикладывает свое внимание и свою
энергию, да, для того, чтобы вот любимую порадовать. Вообще-то я вам скажу, что, конечно, в любви этот человек очень много может дать, очень много. У него есть определенное видение, да, какую женщину он хотел бы видеть рядом. Он готов на сегодняшний день уже к серьезным отношениям, потому что и в жизни у него прошли какие-то очень качественные перемены, очень хорошие перемены. И вышел этот человек, вот, возможно, из каких-то мечевых ситуаций. Для кого-то может пройти, что человек вышел из каких-то отношений, очень может быть. Из отношений, которые, возможно, его тяготили, да, ну, не имеет значения. Вижу, что на сегодняшний день человек, на момент вашего знакомства, да, человек будет свободен, и человек будет готов к отношениям, и будет готов вот женщине предложить максимум, да, ну, то есть много, очень много сможет предложить. И не только, знаете, какие-то слова, а действительно что-то фундаментальное, то есть он и готов что-то предлагать. Он не готов что-то предлагать. То есть он действительно и желает этих перемен. Давайте зададим вот такой вопрос. Что вам нужно знать об этом мужчине, да? Что вот нужно знать об этом человеке, вот этой женщине, да, которая вот по сути в перспективе должна войти с ним в отношения. Что вам нужно знать о нем? Вот колесница все время, возможно, ну, очень часто мужчина может быть где-то в дороге, да, возможно, за рулем. То есть этот человек и любит транспорт, и он очень, знаете, такой активный, быстрый, энергичный. Что вам нужно знать? Вот прям скорость идет, да, скорость. Вы знаете, несмотря вот на свою какую-то, возможно, занятость, да, этот человек прекрасно понимает, что для него самое ценное. И у него всегда найдется время, чтобы любить. Потому что очень может быть, что этот человек и много времени на работе может проводить. И может, знаете, даже и до дома как бы быть всегда на связи. Возможно, много каких-то телефонных звонков, какие-то дела решаются, какие-то, да, обсуждается что-то. Но вот что карты говорят, что вам нужно знать, несмотря на свою занятость, несмотря на то, что этот человек очень часто находится в движении, он прекрасно знает, что для него самое дорогое. И, возможно, именно вы станете для него этим самым-самым дорогим человеком. Потому что вот идет момент, да, несмотря на занятость, несмотря на то, что, возможно, человек может показаться очень таким, да, вот как дела, деньги, бизнес, крутиться, вертеться, у него такая очень любящее состояние, да, у него очень любящая энергия. То есть, несмотря на то, что он может показаться где-то кому-то, да, вот как-то вот слишком много он думает о материальном, на самом деле это не так, потому что этот человек знает, что самое ценное, и умеет любить, и умеет открываться, и умеет быть романтичным. И где-то, да, в порыве своих каких-то дел и каких-то забот, он все равно помнит о той, которую он будет любить, да, о той женщине, которая для него дорога. И для своей любимой он и минутку найдет позвонить, как бы не спешил, где бы ни был и чем бы ни был занят. И какой-то подарочек маленький тоже привезет. То есть нужно понимать, знаете, что возможно и это можно сказать, что и есть какие-то и, скажем так, негативная сторона этого, потому что я вижу, что мужчина может быть вот как-то в поездках, да, частых, в занятости частой. И для кого-то, да, возможно, это, ну, такой, знаете, момент, скажем так, который может создавать определенные, скажем так, вопросы, да, что вот я хочу, чтобы был рядом со мной, и все, да. Этот мужчина, у него может быть и ненормированный день, да, и вот какие-то дела, какие-то встречи, это все о нем, да, и какая-то занятость, но с другой стороны, этот человек успеет любить. И в любви будет очень романтичным, и в любви будет очень красиво, да, красиво умеет любить этот человек, очень красиво. Вы знаете, прямо в сердце, прямо по старшему аркану влюбленные, прямо, знаете, так, как хотелось бы.
И вы знаете, возможно, где-то вы будете защищаться в таком моменте, да, хоть бы как-то не разочароваться, хоть бы как-то, знаете, опять сердце не надорвать. Но я вам скажу, что этот человек действительно в вашу жизнь принесет очень красивые чувства, очень нежные. И вот этот момент, знаете, такого какого-то абсолютной гармонии в отношениях, вот с этим человеком вы действительно можете это ощутить и жить в этом состоянии вместе с ним. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. И давайте посмотрим. Как вы познакомитесь с этим мужчиной? Каким образом, да, сведет судьба этих людей? Итак, знакомство. Как произойдет знакомство этих людей? Как произойдет встреча? Я вот хочу взять все-таки здесь на рунах. Посмотрим, да, как произойдет встреча. Ой. Так, карта у нас сама выскочила. Очень как-то основательно. Во-первых, я вам скажу, что в этот день будет и хорошая погода, и как-то очень приятно эта встреча произойдет. Очень может быть, что это будет и запланированная какая-то встреча, но я вам скажу, что это просто в душе расцветает весна. Абсолютно будет ощущение, что это что-то основательное, что это что-то фундаментальное, что это прямо, знаете, вот как держится абсолютно земли, абсолютно реально, абсолютно возможное, абсолютно дарящее счастье. Очень красивые и яркие эмоции будут вот при этой встрече. Очень как-то благоприятно будут складываться все обстоятельства, да, вокруг вас, то есть и какое-то и ваше хорошее настроение, и в зеркале будете выглядеть, да, вот видеть себя, что я вот сегодня действительно хороша, вы как бы и собой довольны будете, как расцветающий цветок. И я вам скажу, что эта встреча, она вот действительно как новая весна в душе, очень-очень она будет такой приятной, нежной. Знаете, у вас будет ощущение некой стабильности от этого мужчины, такой, знаете, уверенности от этого человека, устойчивости. То есть у вас абсолютно будет ощущение, что это человек надежный, что это человек надежный, что это не какой-то гуляка, что это не какая-то, да, туда-сюда какие-то ветра. Это очень такой человек, прям вот он пришел в мою жизнь, и он останется, да? Вот это такое вот четкое ощущение у вас будет. Ну, давайте посмотрим, ваша встреча, как она пройдет. Девочки, ну, здесь отношения, прямо, знаете, это встреча, с которой начнутся отношения. И, возможно, этот день вы будете и праздновать, да, вот в последующем. Будете в отношениях и будете праздновать именно день вашей встречи, потому что с этого дня начнутся ваши отношения. Этот день откроет перед вами вот новые врата, которые ведут к счастью, которые ведут вот в новую жизнь вообще, да. Я бы сказала, что этот мужчина, он или, да, здесь может быть связь через соцсети, через какие-то, да, вот по миру, скажем так, какие-то случайные, вот какая-то связь, как друг друга вы оказались вот как в зоне доступа, да, и очень может быть, что этот человек где-то увидит вашу фотографию, потому что идет момент, что это будет как бы назначенная встреча, может быть, да. То есть это будет назначенное свидание, назначенная встреча, назначенный прекрасный день, да, с которого начнутся отношения, с которого начнутся развитие этих отношений. Да, я бы сказала, что этот мужчина будет готовиться к этой встрече, то есть, ну, мне идет запланированная эта встреча. Она мне идет как запланированная. То есть мужчина старается, мужчина желает как-то вас, возможно, удивить, чем-то порадовать. Где-то, знаете, он не жалеет ни ресурса, ни энергии. Ему очень хочется произвести хорошее впечатление на вас. Действительно, это начало нового. Это абсолютно начало нового. Еще раз повторюсь, очень может быть вот такое, знаете, знакомство через кого-то. Возможно, через соцсети, да, какие-то общие
рабочая связь вот появится, да, какой-то знакомый человек, да, с кем-то познакомитесь, и появится у вас вот такая новая связь. И этот человек где-то может увидеть вашу фотографию, да, это может быть, как бы я увидел что-то абсолютно ценное и прекрасное, да, для себя. И очень желаю удержать вот это, да, в руках, не просто удержать, а вот создать еще более что-то лучшее, да, в своей жизни. Я вижу, что эта встреча, она будет как бы назначена, она будет как бы, вы будете, возможно, к ней и готовиться, да, вы, возможно, где-то будете эту встречу ждать. Но это начало нового, и это начало отношений, прекрасных отношений. Может быть, что какой-то период вы можете находиться вот в такой, знаете, связи на расстоянии, может такое пройти. А если вот не на расстоянии, да, если не соцсети, как эта встреча может произойти? Покажи мне. Ой, десятка монет, этот мужчина просто входит в вашу жизнь. Вот пришло время открыть врата, пришло время, знаете, войти в десятку монет, пришло время появиться ему в вашей жизни. Какая-то, да, вот интересно, трансформация вашей жизни, которую вы, возможно, да, опасаетесь, но которая вот ведет только к лучшему. Только к лучшему. Здесь проходит, что вас кто-то познакомит. Все равно он идет. Все равно он идет. Понимаете, если вы даже для себя отвергаете возможность знакомства где-то в соцсетях, да, я вижу, что этот человек все равно идет в вашу жизнь. Какая-то трансформация в вашей жизни пройдет, да. И очень может быть, что вам как бы кто-то что-то предлагает, кто-то что-то, возможно, вас кто-то познакомит. И все равно он выходит, знаете, как свободный мужчина, который должен к вам приехать, да. Так или иначе, откроются вот эти врата в счастье, откроются врата в отношениях. И возможно, да, если вас кто-то будет, как бы пожелает вас кто-то познакомить, вы будете в сомнениях, ой, ну получится что-то из этого или не получится, но как-то вы будете поддаваться сомнению, да, и возможно для себя размышлять, ну вот как-то возможно где-то настороженно, да, относиться к этому. Но это момент некой трансформации вашей жизни, которая должна наступить, которая пришло определенное время, да. И я вижу, что все равно этот человек приходит, да, все равно приходит, все равно он идет, потому что это правильно, потому что это правильное направление и так надо. Да, если вы не, если это не соцсети, да, если это не какая-то связь на расстоянии, то здесь вас кто-то познакомит третий, кто-то знакомый, друг, подруга, какой-то человек, который, да, не оттуда, не отсюда, вот вам протягивает такую возможность. Почему, да, почему, вот вам это предложат, почему, какая это будет причина? Это какой-то друг, друг или подруга, это человек, которого... Это общий какой-то знакомый, да, то есть это может быть брат, сестра, это может быть друг, это может быть одноклассник, однокурсник, да, и это как встреча, эта встреча, она какая-то неожиданная, да, то есть знакомить, не знакомить, да, но вот это какая-то возможность, которой пришло время, вот оно как, знаете, как восходящее солнце, ты его уже не остановишь, оно уже все, пришло ему время, оно начинает свой восход, и что ты там себе, да, мечешься, размышляешь, что-то взвешиваешь, это уже не имеет значения, потому что солнце встает, потому что солнцу пришло время, так и ваша встреча, знаете, ей придет время, и вот это солнце восходящее, оно все равно себя покажет, оно все равно себя проявит, и все равно найдет вот этот лучик, найдет, да, возможность в вашу жизнь попасть. Так вот и здесь. То есть здесь очень может пройти момент, что встреча каких-то друзей, да, знакомых, близких, какой-то разговор, общение, да, возможно, эти люди куда-то пойдут, да, куда-то вот в компании, где-то отдохнуть или еще что-нибудь. И это будет какой-то общий знакомый ваш, и вас просто познакомят. Это может быть какое-то заведение, да, вы можете куда-то пойти, хоть, возможно, да, в этот день у вас не будет такого желания, но вы можете пойти куда-то, да, это какое-то веселое и шумное место.
здесь может и познакомит вас какой-то общий человек, общий знакомый. Человек, который вот знает его очень давно, да, возможно, даже из детства знает, знаком с этим мужчиной. И да, это третье лицо, которое вот действительно в какой-то, возможно, веселой компании, в такой непринужденной очень обстановке, да, произойдет это знакомство, где сразу будут сорваны какие-то маски, где многое, да, вот как-то станет на свои места, и много очень информации вы об этом человеке можете узнать. Но в любом случае я вижу, что это знакомство, как восходящее солнце, и оно должно произойти, потому что, ну, придет время, и придет этот человек в вашу жизнь, неся с собой трансформацию, открывая дверь, да, в новое, лучшее и прекрасное. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше и посмотрим первое впечатление, да, вообще о вас. И вот действительно, да, у вас первое, как ощущение после этого знакомства, после этой встречи, что это что-то вот, оно уже пришло, да, оно пришло, есть и будет в моей жизни. То есть этот человек пришел, есть и будет в моей жизни. Это что-то стабильное, это что-то, знаете, вот действительно, возможно, для вас значимое и серьезное. И не будет у вас вот этого, знаете, какого-то шатания, да, нет, я не вижу таких сомнений. То есть вы как-то в этом человеке увидите определенно какую-то серьезность, какую-то надежность, да, вот в этом мужчине. Вы ему, конечно, безгранично понравитесь. Я вижу, что если встреча будет запланирована, мужчина будет очень стараться, чтобы вам все понравилось. Да? Возможно, это будет очень какое-то красивое место. Очень, да. Возможно, это какое-то место, да, как там, где еда, да, там, где вот напитки. Возможно, это что-то вот такое, да. Там, где можно и как и посидеть, пообщаться, так и знаете, как-то и отдохнуть. И в одно и то же время, это как бы там еще есть люди, и в то же время есть возможность пообщаться с вами, узнать друг друга лучше. Но я вижу, что эта встреча, она несет абсолютное обновление в вашу жизнь, открывает для вас прекрасное в вашей жизни, прекрасное будущее в вашей жизни. Давайте посмотрим. Итак, очень мне интересно первое впечатление о вас. Давайте посмотрим, потому что вижу, что, конечно, эта женщина действительно произведет впечатление на этого мужчину. Первое впечатление о вас. Но это отношение, да, нравится очень. Здесь у нас четверка жезлов, здесь у нас четверка жезлов. То есть этот мужчина с первого взгляда, да, это оно, да. То есть снимаем очки, будем как-то открываться, будем как-то рассматривать. Этот мужчина пожелает возможности, шанса, да, вот такое у него ощущение, я просто тону. Нахожусь рядом с этой женщиной, просто тону, действительно. Очень ему понравитесь, и как-то он вот этот шанс, эту возможность, он как-то будет стараться максимально ею воспользоваться, да, если встреча будет назначена, этот мужчина будет очень стараться, чтобы вот она прошла на высшем уровне. Вы знаете, как-то ему, ну, девочки, он вас видит просто по десятке земли, здесь вообще обсуждения никакого не может быть, то есть, да, четверка жезлов про отношения, десятка земли про отношения, да, то есть он видит вас, женщину, для прекрасных отношений. Желает шанса и возможности. Конечно, вы будете решать, как поступать, как быть, да, ответить ли ему взаимностью, но как-то человек хотел бы, чтобы вы ему доверились, да, и вообще вас он просто увидит сногсшибательную девушку, сногсшибательную женщину, такую, знаете, интересную, эрудированную, и в то же время очень-очень красивую, да. Ну, все это вот так вот, да, то, что происходит внутри, вот эти эмоции, вот это, знаете, жар, огонь, это все будет, все будет. Давайте посмотрим, да, ну, почему-то вот прям карты перевернулись, а будет, вот посмотрите, единица воды, я без нее отшельник, то есть она мне нужна, это та женщина, которую я искал, хочу обладать, хочу владеть этой женщиной, хочу приехать, прийти, примчаться, потому что это то, что мне нужно, да, то есть император, который находится в отшельнике, то есть он один, да, и он желает единицу воды с вами, с такой вот гордой, свободной, свободной девушкой, прекрасной, которую не удержать ни одной цепью, которая как ветер. Ну, прекрасно, очень, очень как-то ярко сегодня мне прям
Давайте посмотрим ваше впечатление об этом мужчине. Ваше впечатление. Я вижу, что мужчине вы очень понравитесь. Если это действительно встреча после какого-то общения через соцсети, я вам скажу вот по этой карте, что человек будет очень приятно, скажем так, ему будет очень приятно, потому что то, что он увидит, оно превысит его ожидания. То есть это даже 100 раз круче, да? Давайте посмотрим. Вообще-то этот мужчина, несмотря на свою такую силу, да, он очень где-то желает, знаете, такое женской, ну вот, любви, да, от женщины, очень-очень. Давайте посмотрим ваше впечатление об этом человеке, об этом мужчине. Однозначно вам будет понятно, что вы этому человеку очень понравились. Красивое будет очень свидание, очень у вас будет много эмоций, очень много у вас будет таких впечатлений, скажем так. Чувствовать вы себя будете просто на вершине, да. И вот этот мужчина, конечно, по восьмерке огня, это очень быстро, ярко, красиво, интересно, да. В движении все. Ой, девочки, по двойке воды, да, он понравится вам, он вам очень понравится. И старший аркан суд. Вы знаете, ощущение, что вот наконец-то в мою жизнь спешит что-то настоящее. Наконец-то в мою жизнь пришла вот эта двойка воды, это ощущение какой-то взаимности. Взаимности, и, возможно, вот именно такого человека я искала. И вот по старшему аркану суд, да, не все так просто, не все так, знаете, прозаично, и не все так серо в нашей жизни. А есть вот такие моменты, которые действительно нашу жизнь разукрашивают, делают ее особенной, делают ее волшебной, да, делают ее необыкновенно прекрасной. Это моменты встреч таких, это моменты, когда приходит любовь, это моменты, когда приходит страсть и наслаждение в жизнь. И я бы сказала, что здесь вот этот момент. Ощущение, да, и первое впечатление, наконец-то что-то прекрасное пришло в мою жизнь. Наконец-то, да, долгожданное, прекрасное, судьбоносное пришло в мою жизнь. Давайте посмотрим, да, что же между вами, да, вот эта энергия между людьми, что образуется, какой, скажем так, тандем. Притрутся ли эти люди быстро характерами, или, возможно, будет еще какое-то противостояние. Давайте посмотрим. Итак, колесо фортуны. Это встреча, это начало. Это начало очень интересного периода в вашей жизни. Очень карколомного, да, я бы даже так сказала. Периода, когда колесо фортуны будет на вашей стороне, когда завертится, закрутится, и прекрасные яркие события будут одна за одним просто лететь в вашу жизнь с грандиозной скоростью, сметая на своем пути все ваши сомнения, все ваши какие-то комплексы, все ваши какие-то, знаете, надуманные ситуации, могу, не могу, получается, не получается, это колесо фортуны будет стирать все и будет, знаете, с такой скоростью тянуть вас в лучшие, приносить в вашу жизнь лучшие. Действительно, это колесо фортуны. Здесь, да, вот в этот момент, при этой встрече, завертится колесо фортуны. Это будет действительно начало нового и прекрасного периода, в который вы открываете дверь. И это, да, вот как нам карты показали. Судьба приведет любовь в твою жизнь на очень длительное время. Так и это колесо фортуны будет на вашей стороне все время, да. Оно будет как бы подпитываться этой любовью, да, этими отношениями, этой энергией, которая будет между этими людьми. И будет в их жизнь приносить все, знаете, интенсивные, более яркие, более впечатляющие события. Итак, давайте посмотрим, как же будут развиваться эти отношения, потому что в нашей жизни бывает так, что вспыхивает страсть, вспыхивают отношения, но какие-то, скажем так, жизненные вопросы не дают, да? Давайте посмотрим, как будут развиваться эти отношения дальше. Ну, здесь, конечно, очень много планов. Очень много. Ну, все. Дальше даже не смотрю. Девочки, смотрите. Здесь
Вы знаете, какие-то ваши мечтания и, возможно, те моменты, которые на сегодняшний день вы определяете как иллюзия, они в вашу жизнь придут как бы, как так надо, да, как должно быть, по судьбе. То есть то, о чем вы мечтаете, оно приходит в жизнь вашу по судьбе. И по колесу фортуны, как будут развиваться эти отношения. У них, знаете, уже прописана какая-то вот дорожка. И действительно, эта дорожка по колесу фортуны, как и здесь нам показала, да, вот это колесо фортуны, которое вот как завертится, закрутится, и все будет по судьбе. И все будет так, как надо. И все будет так, как правильно в вашей жизни. Все правильно начнется, и все правильно будет развиваться. Все будет развиваться ярко, красиво, энергично, радуя вас. Действительно, могут быть какие-то нюансы и моменты. Но все это ерунда, если вы, знаете, как бы... Если есть любовь, если есть чувства, а я вижу, что здесь есть любовь, что здесь есть страсть, что здесь есть все компоненты, которые нужны, чтобы люди были счастливы вместе. Действительно, я вам скажу, что расклад, знаете, как говорит, этот человек придет вовремя в вашу жизнь. И кто-то, да, пишет, вот не идет, не приходит, этот человек придет вовремя. Тогда, когда придет ему время. И я вижу, что очень красивые события у вас впереди с этим человеком. Очень длительная и красивая дорога вместе. Чего я вам искренне желаю. Я желаю вам счастья, любви, добра. Я желаю вам ваши дома и ваши сердца. Всего самого лучшего, смелых и благородных мужчин в вашу жизнь. И до новых встреч!